Здравствуйте, дорогие друзья. Это стихотворение называется «Краткосрочность». Вчера было хорошо, что завтра будет, не знаю. Еще один день прошел, короткая жизнь такая. Опять на рассвете встал, со временем нога в ногу. Большой чемодан достал, с утра ухожу в дорогу. Во двор с утра выхожу, чтоб солнцем день не обидел. Приеду, вам расскажу о том, где был и что видел. Ну все, я уехал, дамы и господа. До встречи, до следующей связи. Удачи вам.